Мы приехали на улицу Даурскую, 20, подходим к лифту. Жильцы говорят, что лифт в ужаснейшем состоянии. Они очень боятся, что их дети застрянут, и лифт постоянно трясет. Сейчас мы вместе с фотографом проверим, насколько это правдиво. Потому что дом был построен в 1976 году и должен был пройти капитальный ремонт давно. Лифт должен был быть заменен, но, как мы видим, он очень стар. Рискнем проехать до 9 этажа и обратно. Замечательно, мы в итоге застряли в лифте, не доехав даже, наверное, до 4 этажа. Непонятно, где мы. Вижу просветы, мы даже между этажами остановились. Жмем на кнопку «Вызов». Вызов принят. Ждите ответа. Говорите. Здравствуйте, мы в лифте застряли на Даурской, 20. У нас лифт остановился. Вы в кабине? Да, ой, вот поехала. Нажимайте на все этажи подряд. Все, хорошо, спасибо, уже поехала. Поехал лифт, спасибо. Достаточно быстро решена проблема.